Здравия желаю. Вот сделал пока суть до дела. И вечный двигатель. Значит, вентилятора с компьютера. С компьютера взят. Вентилятор, кулер. Также поставлены лампочки, светодиодные на подсветку. И вот он крутится. Может крутиться 100 лет. Даже маленько обдувает. Не сильно, но обдувает. 100 лет крутится и 1000 лет. А счетчик, видите, не сматывает. Подключен, вот он. Подключаем, значит, подобрали специально упрямитель. По мощностям и по напряжению. 8 вольт выходит на него. Не более 2 ватт. Час. И счетчик стоит. Рептилоиды мне что сказали? Это счетчик неправильный, типа того. Хотя счетчик этот проверял 1000 раз и показывал. Правильный. Мы тебе дадим свой счетчик. Вот деловые. Они поставят счетчик-моторчик. У них даже если вообще ничего не включишь, он будет сматывать. Как делают счетчики рептилоиды? Намагничивают катушку, намагнитят, и он потихоньку самоходом идет. Таких случаев много было. То есть мне не надо ваш счетчик рептилоиды, где у вас он крутится и без нагрузки. Каким образом это работает? За счет того, что инерция идет. Магнитный здесь двигатель в кулере, обратный ток. И так как мощность тока небольшая, он откатывает назад. То есть успевает. Он немного взял, покрутил и назад катил. И поэтому счетчик, видите, как стоял, так и стоит. Не шелохнется. Вот уже 2 часа работает. Где-то в 12, сейчас, вот сейчас время 13:41. Я в 12 начал вот. И так счетчик вот так и стоит. То есть, все это можно сделать. Более мощные, значит, это батарейки. Сейчас некоторые ребята им спасибо помогают. То уже как бы на 2 батарейки есть. Еще там кое-какие запчасти надо будет. Но пока тут не могу взять с этого Яндекса. На Яндекс, как говорится, посылают. Может, позже надо, не знаю. То есть с Божьей помощью и с помощью вас, я думаю, скоро будет уже и мощный, автономный бестопливный генератор тока. Спасибо за внимание, на этом заканчиваю. Всем удачи, значит, железного здоровья и успехов в труде и обороне.